Ну, мне кажется, все вот эти интимные вещи – это дело каждого личное. И мне вот эти все журналы «Флирт» под щеткой моего лобового стекла каждое утро, в общем, совершенно неинтересно. И я не хочу, чтобы дети там видели все это, вот этих вот проституток там с накачанными сиськами. То есть, как бы, я считаю, что это вот лучше где-нибудь в другом месте, вот в Распутине или еще где-то, вот, пускай там в клубах соответствующих, где там проститутки или там танцорши, там, не знаю, полуобнаженные или обнаженные танцуют, вот, ну, или там занимаются своими делами, там пускай этим торгуют или рекламируют, и там другие места с этим связаны, ну, тематические какие-то вещи, в общем. Я думаю, что так, наверное, но это не должно быть. Ну, не то, что не должно быть, это не должно быть везде, повсюду, вот это порно и так далее. Я считаю, что, наверное, в какой-то степени нужно ограничивать эту историю, потому что все-таки это личное пространство, и, мне кажется, не стоит навязывать никому своих вот этих вот личных и традиций или заморочек каких-то там сексуальных там или еще каких-то.